А от Сашко, опинившись серед сотень допитливих очей, твердо вирішив тримати язика за зубами. Про всяк випадок. Бо поки з усіма поговориш, на виступ і сил не залишиться. Навіть під час обов'язкового для всіх учасників інтерв'ю хлопець був небагато слів. Здравствуйте, я Мамрак Александр, мне 18 лет. Я не хочу говорить ничего лишнего. Лучше вы увидите все на сцене. Добро пожаловать. Здрасте. Давай знакомиться. Саша. Очень приятно, Саша. Откуда ты приехал? С Днепропетровска. Ты из Днепропетровска? Да. Почему ты такой серьезный? Настроен так. А настроен? Вот этими ступенчиками на сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы будете исполнять? Майкл Джексон. Майкл Джексон. А вышли еле-еле. Майкл Джексон — это же хореография, это же движение, это все, это фейерверк. Вы готовы к этому, Саш? Да. Давайте, Майкл Джексон.